Согласно промежуточному рейтингу, составленному областной госжилинспекцией, лучшей на сегодня управляющей компанией является УК «Порядок и прогресс» из Бронниц. В красной зоне находятся 14 управляющих компаний разных городов Подмосковья, в том числе, как следует из презентации ведомства, ИОО УК «Жиль» и МУП УК СПМР Сергиево-Посадского района. Наша задача, чтобы каждая управляющая компания работала на жителей, на интересы многоквартирных домов, а значит, должна быть очень тесная связь, взаимопонимание, программа всех тех приоритетных направлений, по которым мы работаем. Это ремонт подъездов и понятный расчет в жировке, в едином расчетном документе. В общем, все, что связано с качеством ЖКХ. Обращая внимание, что те компании, которые саботируют, работают недобросовестно, должны уйти с рынка. Это я адресую и главе Государственной жилищной инспекции, и главам муниципалитетов. Всего в Московской области работают порядка 900 управляющих компаний. Как отметил руководитель госжилинспекции Московской области Вадим Соков, рейтинг должен помочь гражданам при выборе УК. Если же компания, находящаяся в красной зоне, до конца года не исправится, то ведомство может начать процедуру аннулирования лицензии или же поможет жителям в их смене.